Привет, как дела? Сегодня мы с вами будем красить кухню, вот эту вот зону, в белый цвет. Поехали! Итак, уберем все ненужное. Мама недавно вот такую вот веточку нашла, новогоднюю. Принесла домой, теперь она стоит у нас на кухне. Так, ну и так сейчас я вам покажу, что мы будем красить. Значит, вот эту область, видите, уже какие-то пятнышки жирные мы посадили. Квартире уже 4 года, как мы ее купили. И вот фиолетовую стену я уже показывала, я красила в позапрошлом году. А тут у нас вот такая желтая осталась с тех пор, как мы купили. Вот приобрела себе на Новый год еще трипод с подсветкой. Сегодня будет мне помогать в записи этого видео. В общем, все вот это покрашу. Тут, по идее, должен был быть фартук, но руки до этого не доходят. Вызывать мастера неохота. Пока покрашу в белый цвет все это. Если будет плохо, то будем уже вызывать и ремонтировать полностью. Ну, а саму кухню тоже цвет мне не очень нравится. Может быть, когда-нибудь поменяем на другой. В общем, как-то вот так. Красота. Так, ну что, мои инструменты для покраски. Обязательно перчатка, кисточка, палка от валика у нас осталась. Сходила в Леруа, купила. Вот такие насадочки тут небольшие, красить небольшими мазками, поэтому маленькие купила. И такой вот бейсин, тазик. Во. Краска у нас откуда-то еще с 2017 года осталась. Попробуем ее использовать. Если нет, то мы еще купили. Ну, поехали. Теперь посмотрим, что с краской у нас. Краска стояла на балконе. Ну, вроде ничего так. Чуть-чуть подсохла, конечно, сверху. Вот так. Сейчас посмотрим. Да ничего, льется. Попробуем сейчас. Ну, тогда начнем кисточкой прокрашивать все эти уголки. Пожирнее. А потом уже и до обоев дойдем. Так, на досочке придется еще по второму разу прокрашивать. Они впитывают краску и не становятся прям такими белыми. А так ничего, я думаю, будет. Красила я края сверху, снизу. Сейчас нальем сюда немного краски. Попробуем валиком. Получилось пока. Все, отдыхаю. Завтра вот эту часть покрашу. И кухня будет готова. Фиолетовая с белым.
Немного не хватило мне краски вот на этот кусочек. Тут вроде как прокрасилась, но тоже еще надо подрихтовать. Взяла еще одну краску, белая эмаль полуматовая. Сейчас попробуем ее сверху наложить. Посмотрим, как оно ляжет. Это другой сорт краски. Ну, надеюсь, что все будет окей. Немножко течет, ну-ка. Да, нормально. Сейчас мы тогда ею немножко тут докрасим, потому что просвечивает еще. Так, ну вот такая вот кухня у нас теперь получилась. Маме не понравилось, что все белое, как в лазарете, поэтому она сказала вот эти вот плинтуса покрасить в фиолетовый цвет, вот такой же, как у нас на кухне с другой стороны. И тогда уже будет более-менее по-дизайнерски выглядеть. Поэтому вот нашла я эту краску, которая еще осталась, сейчас будем красить. Надо только ее размешать получше, а то она уже засохла как-то. Так, ну что, посмотрим. Тут надо аккуратно, осторожно красить. Ой, тут надо, может быть, даже другую кисточку какую-то, потоньше будет. Хотя нет, ну так нормально. Сейчас одним слоем так покрашу. А потом еще вторым слоем. Так, теперь вниз. Интересно. Никогда такого не делала. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, тут немножко сверху заляпалось. О, все ровненько. Красота какая. Вот вторым слоем. Во вторым слоем надо попозже, наверное. Так, что тут у нас снизу получилось? Ничего, так. Снимем лишний слой. О, класс. Здорово будет. Ладно, поехали. Этой полосочкой заиграла лучше и стала такая фиолетово-белая кухня. Вот так и живем.